Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Remnant from Ashes. Но мы не продолжаем играть, а заканчиваем. Вот я создал персонажа. В прошлой серии вы его видели, мы за него откатали 40 там с чем-то минут. И вот, я жму «Играть». Ошибка создания игры. Не удалось создать новую игру. Чё ты несёшь? Как мне начать за него играть? Я не понимаю. То есть, вот я, найди вход в метро. Вот мое снаряжение. Вот сам я. Тут вот это для локальной сети. Я играю в одиночку. Я не могу. Все, я не могу туда больше зайти. Что это за хрень? Я не знаю. Но я уже... Так, стоп. Что это было? Неужели я захожу? Так, мне аж прям интересно стало. Да, я появляюсь найти вход в метро. О, да ладно, я все же смог попасть в игру. Что меня, естественно, радует. Так как я в... А в чем был... что было не так в тот раз? Почему именно через эту можно пройти? Через одиночную игру. А через такую обычную нет. И типа пишет, создать новую игру не получилось. Ну да ладно, раз уж мне так повезло, раз уж я, скажем так, слишком резко начал паниковать. О, подсказочки, X, чтобы сменить оружие. Так, дробил... дробила? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуй, дядя, Новый год. А я с тобой дрался. Не, один на один, я с ним смахнусь, я его вынесу на изи. Ой-ой-ой. В смысле? Чё происходит? Да твою мать, что происходит? Я умер? О, как быстро. Вы погибли. Прикольно. Я умер. Жесть. Нет, жесть, реально. Потому что я умер из-за того, что эти взрываются. Ну ладно, погнали. Побежали. Ой-ой-ой. Жари свинец. О, стоп, подожди. Троечка отгнили. Да, все правильно. Давай, давай! Да твою мать, да что это происходит? Я только отпрыгнул. Первый отвратительный босс. Но вблизи я с ним не смахнусь никак. Ладно, давайте уж сразу. Блин, я вот не знаю, можно постоять, подождать, поафкашить. Пока огненные снаряды наберутся. Но это долго. Во! Ну-ка. Понеслась. 2 часа реального времени. 2, Карл. Так, не остаемся с ним в... Давай, да прыгай, твою мать! Давай, 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 беги!
Так, о, новый предмет. Кость какую-то нашли. Охренеть. Надо просто больше открытого пространства. Меня зажали в углу, и я вот сливал из-за этого. Чисто из-за этого. Так, выход где-то там. Ну, давайте сейчас мы тут проищем все сначала, а потом же пойдем к выходу. Тем более территория тут огромная. Корни простираются везде. Почему, правда, корни именно на нас напали? Это очень хороший вопрос. Когда-нибудь я, возможно, даже найду на него ответ. Так, тут еще и второй этаж был, оказывается. Я не знаю, я могу выбивать себе какое-то снаряжение из этих тварей или нет? Это очень хороший вопрос. Но я понял, что зельки, которые скидывают разные отрицательные эффекты, продавать нельзя. Это в принципе, потому что на тебя его могут накинуть спокойно, но тоже гниль, там кровотечение. А и ты от этого умрешь. То есть ты не сможешь никак себя залатать там и так далее. А, но из плюсов здесь тебя никак в Dark Souls, ты там не это, не умираешь от того, что у тебя закончилось там... Как его? О, боеприпасики. От того, что у тебя... Ну ты, точнее, свой опыт не подбираешь, когда умираешь. То есть ты умер, и там не появляется как специальной хрени, по которой ты подбегаешь. Можешь ее залутать и собрать свой опыт. Дополнительный. Так, там он что-то валяется. Кусок металла. Короче, здесь у меня два варианта. Либо активно качаться, так как я смотрю, лома и металла. Лома выпадает достаточно. Вот. И у меня выбор. Либо качаться... И не покупать снаряжение, дабы не тратить лишние деньги на нужные для меня вещи. Вот. Либо... И надеяться вообще на то, что мне хоть что-то ценное выпадет. Так. Либо пока что оставить это на потом. И когда я уже поднаберу достаточно количества материалов, уже тогда как раз-таки начать все это улучшать. Ну или улучшать что-то новенькое, что там мне выпадет. И вообще, кстати, мне что-то выпало хотя бы. Угу. Угу. Вот то, что не могу продавать, это огромный вот момент. Реально. Я считаю, что это огромный момент, что нельзя продавать. Это прям, я бы даже сказал не так, это переломный момент в игре. Ну, в Dark Souls можно. То есть, как бы, там можно продавать вещи, но многие этого не делают, потому что, типа, ну... Они продают только одинаковые вещи, а остальные они могут, типа, сет себе собрать и так далее и тому подобное. Ну, чтобы более-менее нормально, блин, играть. Так, костер уже близко, так что я думаю, заюзаю одно драконье сердце. Пока что. Так, ну и все, пойдем отсюда. О! Вот жалко, что я не могу из этого ящика выбить себе какую-нибудь шмотку прикольную. Вот что здесь? Ничего. А вот здесь что? В смысле? Не люблю, когда комната есть, а зайти в нее нельзя. Выход. А, да, выход. То есть мы все, мы выбрались типа отсюда. Так, драконье звенья. Мне интересно, вот мать корней, который ушел кто-то там из наших. Вот что там будет? Так, мы выбрались. Ё-моё, не делай так больше. Я испугался. Я реально испугался. Так, очко талантов одно. Ну, давайте дальше продолжим. Больше хп. Fairview. Ну ладно, погнали. Я реально сейчас испугался, что у меня игра не запустится и что мне придется с нуля снова прокачивать перт. Ну, я бы не стал, да, там. Там бы как бы уже, да. Я бы не стал его заново качать, я бы просто забил на игру и все. Ну, потому что я уже качал заново, так отдохнуть у контрольной точки. Окей. А чё она такая? Ну вот... Ой-ой-ой, ой, смотрите! Оно зелененьким подсвечивается, я буду разговаривать с деревом? Давайте отдохнем, восстановим боеприпасы. Тем более дробовик их жрет. Напропалую. Так, у вас достаточно материалов для создания модификатора. Чтобы создать новые модификаторы. Вернитесь в блок 13. Ой-ой-ой, да ладно, давайте. Ну давайте, да, конечно.
Какие-то модификаторы можем создавать. Да ладно, это вообще что такое? Бей или беги. Адреналин, бей или беги. У меня 2 часа теперь опыт идет. Интересно, я выйду. И как бы... Ну, все? Ну, то есть 2 часа как бы тю-тю. Так, а ящики не появились здесь. Странно, я думал, они появятся. Что еще? Давай меняться. О! Так, плащ шпиона. Снижает урон от вражеских атак в ближнем бою на 30. Отражает 120 получаемого в ближнем бою урона и сокращает длительность оглушения после вражеского удара. Давай. Ага, иди уже. Иду, секунду. Мне почему-то ранг таланта 14. Я как он мне вообще качается? Так. Я не могу на ближний бой накинуть, да? Ну, я не хочу, это мне не надо. Ну, реально. Я вот сюда рассчитывал накинуть. Вот сюда накинуть. Короче, это бесполезная штука. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Какая ты вредная баба. Конечно. Так, дробовик... Жесткий дробовик. Но это я не хочу, я хочу покупку посмотреть. Да покупки у тебя тоже ничего нет. И по броне у тебя ничего нет. А продать я не могу никак. Ну это как, что это за прикол, ё-моё? Давай, вот, броня. Ну вот, например, смотри. Вот эту броню взять и продать. Обязательно улучшать дополнительные характеристики. Береги себя. Ну, а толку мне с этого? Если я не могу прокачать себе ничего, точнее, улучшить не могу, не улучшить, а продать именно не могу ни у кого. Это печалит. Приветствую. Да, приветствую. Только лучше. То есть либо расходники, либо материалы. Третьего как бы не дано. Ясно, понятно. Ну ладно. А, может быть, это в дальнейшем откроется продажа? Я думаю, что... Я надеюсь, точнее, что продажа откроется в дальнейшем. Ну, с ней корни убивать гораздо проще. Не, я такое не хочу юзать, спасибо. Так, у меня выбор. Кстати говоря... Кстати говоря, я только что дверь открыл. А вот это дерево прямо манит меня. Так, там уже кто-то... Давайте с деревом пообщаемся, я в него пальнуть не могу. Неразборчивый древесный язык. Привет. А, типа, все, что ли? Не, я знаю, что это контрольная точка. У меня есть такое чувство, что скоро он будет разборчивым. Эй! Сюда иди. Фига себе ты, красавчик. И это все. Ты просто слегка красавчик. Это еще, мать твою... Кто? Да? Ой-ой-ой. Бежим в ближний. Один готов. Готов.
Иди сюда, рогатая тварь. Неплохо так они задали мне жару. Ага, справился. Мы чуть не сдохли. Пару раз причем. Не, ну неплохо, неплохо. Ничего не скажешь. Так, куда я вообще прусь? Там есть кристалл. А, не. Кристалл я не хочу идти. Если я еще пойду к нему, у меня же это... Того. Ну, все они заново появятся. А, ладно. Убедил. Пойдем отсюда. Пойдемте к кристаллу, пожалуй. Сгуляем, посмотрим, что там у него есть. Тем более сейчас скоро лечение будет доступно. Но лечение тоже, знаете, такая вот штука. Как бы вроде ты лечишься и все нормально, но только в определенном радиусе. То есть, но это не совсем good, скажем так. Потому что лечиться в определенном... Еще надо тебе в этом круге стоять именно, чтобы лечиться. Так, стоп. Это я где? Я здесь был? Да как так-то? А что я здесь делал? Нет, я здесь был, реально. Я здесь и вылез. Или они все просто похожи, одни и те же места? Ну, не, потому что я помню, что я, кажется, здесь был уже. Странно. А может это там наоборот спуститься куда-то можно? Ну, хотя можно просто спуститься и вернуться, и тогда монстры появятся. Или монстры появятся только после того, как я... Не спущусь и поднимусь, а именно к точке сохранения подойду. Эй! Обожаю бить их, этих тварей через стену. Это же имба. Ты на меня? Серьезно? Слабенький ты мальчик. Нелегко было. Да не, легко, братан. Нелегко будет сейчас. Нет, я был неправ. Не, реально, металла очень много. Я здесь. Иди ко мне, иди. Не, можно... Не, ну да, реально как Dark Souls. С маленькой только разницей, что там при смерти шмотки не выпадают. А чё, дважды не уклонишься? Идите сюда, идите. Давай, давай, по одному. Давай, давай. А, через тачку не летает, да? Ой, там здоровенький идет. Так. I'll be back. Нелегко было. Да, ладно тебе, нормально все. Тебе реально одна фраза, что ли? Нелегко было. Это все легко. Нелегко будет дальше. Я уверен. Когда мы дойдем до... А, нет, стоп, первого босса мы убили. Ну там... Из-за ограниченности помещения босс реально был мерзким. Так. А, здесь аж целое... Нифига. Да, сигануть с такой высоты было гениальной идеей. Не, ну огненная штука... Ой, ё-моё. Чё это было? А, это вы? Вот это всё. Ну, такое себе. Я вообще хотел на второй подняться, но я видел эту здоровенную дырень
я понимаю, что там, скорее всего, что-то да есть. Ну то, что вот так... О, телефоны падают. Ну хотя бы какой-то прикол. Ну не, реально. Так-то я не надеялся, но... Иди сюда. Иди, иди ко мне. Иди, иди. Ну, минус того, что как бы если мою серию ударов не прервут, ну то есть, как бы я могу бить и бить их и все, и не париться. Ну давай, давай. Я сейчас урон подниму у своего оружия и все, и он будет вообще, ну, оружие будет реально тащить, у ближнего боя именно. Тут вообще просто надо ударить вовремя. Вот я молот себе хотел взять, чисто вот, не знаю, потому что у него урона много. Если я его прокачаю пару раз. Иди сюда, иди. Ну, как я обычных, да-да, даже будь их несколько, я все равно раскладываю их легко. А вот здесь, кажется, череп. А вот этот куст, вот, наверное, и вылезет со мной махаться, да? Ну, как-то здесь просто тихо и спокойно. То, что я через кусты не могу пробегать, это немножечко странно. Но нормально. Вдруг там куст шиповник, он просто не хочет рвать свою задницу, чтобы через него пролезть. А, то, что боеприпасы есть, это как минимум охрененно. Как минимум. Ну, то, что можно их пополнять просто рандомно из ящиков. Вот что это за череп? Я вот не понять до сих пор не могу. Я ведь к нему так и добежать никак не могу. Так, и там, кажется, либо спуск, либо телепорт. Так. Блин, столько предметов падает. Охренеть. Охренеть и не встать. А я могу наверх забежать? Серьезно? Ну ладно. Ну вроде как бы это подъемчик такой небольшой. Так, зелька. Так, сюда не могу. И туда не могу. Ну ладно, остается значит только путь вниз. Давайте заюзаем. Я что-то уже бегаю, бегаю. Ну, вот в таком радиусе все равно носиться... А, нет, такое себе. О, еще что-то. Еще один бинтик. Ура! Погнали в следующий локум. Так, симулякр. Потенциал в чистом виде. Бесформенная бурлящая масса. Так, вот у нас наш чекпоинтик. Угу. Сколько мы баб... 140 минут, что? Сколько мы бабла набрали, если честно? Ну-ка посмотрим, давайте. 7 соток. Ну, с учетом того, что я не могу продавать все. Давайте пока в ХП качаться. Так. Станция у церкви. А, ну нам же дать... Слушайте, не... Что происходит? Почему ты загорелся? Что произошло? От чего он вспыхнул? Возьму-ка я вот это. Ну ты прям молодец. Это сейчас он сам себя, что? Он своего, что ли, шмякнул? Да, детка. Он своего сейчас ударил. А это хорошо. Ты где там? А, идешь за мной? Давай, давай, давай. Я бы вкачал, наверное, либо топорик, либо саблю. Я хочу что-нибудь, какое-нибудь оружие. Вот в такой игре, скорее всего, будет преобладать очень длинное оружие. Ну, то есть, у него дальность размаха будет больше.
И поэтому, естественно, я буду драться им не вблизи, а издалека, скажем так. И тем самым мне будет от этого легче драться. Вот. Я подумываю о том, чтобы найти себе такое оружие. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вот не знаю, что это, но я шмальну. Так. Ясно. Понятно. Так, ну оттуда мы и пришли. Ага. Прикольно. Слушайте, ну, мир, конечно, умирает. Ну, человечество, конечно, вымирает, но мир-то красивый становится. Грибочки везде растут. Слушай, а если я тебе в таблетку дам? Фига себе, ты резкий. Блин, опять эта штука. Ну ладно, оставлю тебя в живых. Тихо, 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 не надо в меня так стрелять. Ёб твою за ногу, что это? Кажется, у меня проблемы. Ой, кажется, у меня проблемы, серьезно? Кажется, у меня... Стоп, нет, нет, нет. А, да, все, кьюшка, кьюшка, фух. Справился. Я чуть не сдох. А, пехаль еще и не перезаряжен был. Да, жнецы, конечно, сволочи лютые. Я думал, он мне башку отрежет. Такс. Фух. Не, ну железо мы... Не пугай меня так. Я сказал, не пугай меня так. Мне же цикотно. Благо, из плюсов эти штуки не взрываются в присутствии меня. А-а-а, даже так. Ясно. То есть ты еще и прыгнуть нормально не можешь. Ну и пока железо собираем, скорее всего, будет, ну, первый уровень — это прокачка за железо. Правильно? Да, прокачка за железо. А потом будет прокачка за другой тип материала. Я не помню, что там. За алюминий, вот этот вот. Алюминий. Скорее всего, за него будет прокачка. Не, оставлю, пожалуй, пока пистолет, потому что я думаю, что дробовик... Израсходуется быстро, если мы вот так вот. Ну, он мне на боссах неплохо так помогает. И контрольная точка. Офигенно. Все, что ли? А-а-а, ясно, понятно. А придется драться за контрольную точку с кем-нибудь? Не придется. Ну что ж, давайте тэпнемся на базу. Обязательно тэпнемся на базу. Пока что в блок 13. Мы карточку, кстати, нашли от блока 13. Жидкий хладагент. Ну да, понятная штука. Это интересно, вот если он мне... Ну, мне кажется, ее надо будет покупать сейчас. Я, наверное, сейчас и куплю. Чисто одну на всякий. Корневую мать. Чисто вот у тебя одну куплю. Я у тебя видел бутылку. Давай. Только лучше. Да, вот это я хочу купить. Чисто вот одну. Нет, стоп, подожди. В смысле? Одну чисто. Бери вот. 10. Я и выставлю вот сейчас на панельку. Вот здесь у меня, то есть, от гнили, от кровотечения и от поджога. Их реген ХП. Все. Больше мне ничего не надо. Я тебя сейчас попрыкаю на меня. Что-то нужно? Да, кое-что нужно. Хочу кое-что улучшить.
Я хочу улучшить. Я хочу покупку устроить. Но я смотрю, оружия у меня нету нового. Либо оно будет доступно в новых моментах. Вот давай вот это вот купим у тебя. А потом вот это вот и улучшим. Ага, все. Береги себя. Берегу, берегу, не переживай. А, я не могу сюда ничего поставить. Ладно. Теперь у меня есть новый молот. Молот Тора. Погнали. Дальше. Кстати, как тебе? Да, скорость уменьшилась. И вот это вот момент, когда он бьет по земле и стоит, не очень мне нравится. Да, очень мне не нравится, потому что это означает, что будет все плохо. Так, одинаковое железо. Железо высшего качества. Для создания брони и прочих вещей. Для создания брони. Не для улучшения, а для создания брони. Это надо помнить. Я бы, конечно, прокачал бы и пистолет, но... Как вы видите, патроны не увеличиваются. Может быть, будет какой-то талант, увеличивающий боеприпасы? Ты что ли? Вот, да, о, видели? Он попытался увернуться. Иди сюда, иди. Я на тебе молоток опробую. Иди ко мне, иди, не бойся. Я хороший. Ай-яй-яй. Я хороший, но это мне не помогло. Ну, в смысле, зря я попытался просто отойти. О, ты здоровенький, иди сюда. Ну беги ко мне. Ну чё они не бегут-то, блин? Сволота. Я нашумел уже. Чё, никто ко мне не идет? Ой! Эй, в смысле? Что там происходит, твою мать? Там что-то очень крутое. Нет, стой, что ты делаешь? Фу. Охренеть. Я и говорю, там что-то очень крутое было. Да, вот это было напряжненько. Ну, из-за того, что они все время появлялись. Так, есть смысл вообще вниз-то идти? Так, вот тут что-то еще валялось. И вот тут какой-то предметец. Фолиант знаний. А, да, у нас же там по талантам что-то. 2 очка талантов. Я решил в модификации пойти. В заряды, потому что что-то как-то не хватает. Чем быстрее у меня будет перезаряжаться огненный выстрел, конечно же, тем будет идеальней. Для меня. Три выстрела, минус 2. Иди сюда. Все, догорайте. Я тебе крикну. Я тебе крикну. Так, там вроде все. Справился.
Но я не знаю, справился ты или нет. Я не знаю, шмотки, кстати, пропадать будут вот эти. Наверное, я лучше их соберу на всякий. Дабы, как говорится, не испытывать судьбу. И, конечно, единственный минус, вот какой я заметил. Во-первых, нельзя... Ну, это даже не единственный. Нельзя, во-первых, прокачать количество боеприпасов. А во-вторых, нельзя таскать боеприпасы как бы на бесконечном уровне. Ну, то есть, например, я буду махаться чисто вот одним этим топором, да? И получается, боеприпасы, они не суммируются. Они просто доходят до какого-то конкретного максимума. И все. И дальше как бы, ну вот хрен тебе. Ну, то есть... не ахти мне. Ну, сейчас мы проверим. Вот мы... Ну, не, хотя смысл проверять, если когда мы к костру подходим, у нас количество патронов увеличивается до максимального. То есть, как бы тут проверять-то не обязательно. Итак, все понятно. Что у нас все не так хорошо, как казалось бы. Ой, зачем я тебя подорвал, братан? Из Спарта! Где он появится? Мне нужно, чтобы он появился где-то здесь. Ай, блин, тут была взрывчатка. Нелегко было. Нелегко было это вот не заметить. Да, молот, конечно, медленный. Очень медленный. Надеюсь, до того, как мы найдем мать, у меня будет какая-то точка... Ну, скорее всего, да, точка сохранения какая-то будет перед тем, как мы найдем мать. Потому что это логично вполне. Упал. Так, маска бродяги. Смотрим, мы там нахрена... О, подожди. А, нет, стоп, маска бродяги? А, это именно... О. Радкор... А, ясно. Не, спасибо, не надо, не интересуют меня данные. Я думал, это какой-то этот, модификация. Ну, да, это артефакт, точнее, маска бродяги. А как оказалось, это реальная маска бродяги, сварочная. Я тебе покричу. Вас хотя, в принципе, ваншотами неплохо выносить. Что это сейчас было? Идет, здоровенький. Не-не-не-не-не. I'll be back. Так, что у меня по талантам есть еще? Очки? Не, пока нету. Ну ладно, погнали. И так сойдет. Патронов для пистолета, смотрите, сколько много нападло уже. Не вякай. Из плюсов я могу на скорости перезаряжаться. Ну вот я бегу, я могу одновременно перезаряжаться. Это один из огромных плюсов в игре. А вот то, что здесь хрен пойми где и хрен пойми что. Ну я в плане... Так, я вижу выход. Я в плане того, что здесь очень-очень много монстров и очень-очень... Крайне красочное место. Идите сюда все. О, вы еще здесь двое, да? Давай, давай. Как вам с подгоранием, не?
Иди. А, как ты, урод! Ё-моё! Ну что, соснул? Нелегко было. Я жду вообще, когда обновится оружие. Вот чего я жду реально, так это обновление оружия. Ну, чтобы я мог себе что-то новенькое прикупить. А так пока что бабки будем все спускать на этот, на старенькое добренькое оружие. Так, о, а, ну там все, выход, да? Так, 18 лома. Еще лом. Слушайте, ну лом идет неплохо. Я думаю, чем выше уровень, тем его меньше падает, наверное. Ну да ладно, я хочу больше боеприпасов, реально. Ну, чтобы какую-нибудь там, не знаю, модификацию, улучшение, что-то, артефакт, который даст мне большее количество боеприпасов. Потому что, ну, вот так вот, это реально тяжело. Когда у тебя так мало боеприпасов, и ты, типа, еще и должен каким-то чудом их находить. Ну, то есть, убивать монстров на дальнем, а на некоторых на ближнем хрен убьешь. Только дальний бой. Ну, хотя, ладно, в ближнем, скорее всего, всех можно убить, но просто этого не хочется. Так, ну что ж, мы подходим к церкви. Мы подходим к той самой церкви. Вот все игры, которые я играю, те моменты, когда ты подходишь в какой-то там закоулочек, и за ни, и в нем ничего нет, вот, например, здесь ничего нет, вопрос к разработчикам, нахрена его делать, если тут ничего нет? То есть это тупая трата времени, в надежде найти что-то там, где стопудово ничего нет. Это во-первых. Вот, например, закоулочек. Я могу туда попасть? Я могу сюда попасть. Но здесь тоже ничего нет. Зачем его делать? Смысл? Так, во-первых, я хочу пробежаться вперед. Ну да, вот в этот же закоулочек, в котором тоже ничего нет. Вот, и ну, я знаю, что если туда зайду, там начнется этот битва с боссом. Скорее всего. А если... Нет, серьезно? Я думал, она деревянная, я думал, я ее расшибу сейчас. Так, тут есть что-нибудь интересненькое? Да тоже нет. Ну что ж, давайте на этом тогда пока что закончим. Но сначала сгоняем в этот... К нашим друзьям, приятелям. И попытаемся каким-то чудом... что-нибудь допрокачать. И посмотреть. Ну вот, я в молот сейчас вкачиваюсь, потому что я как бы надеюсь на то, что он даст свои плоды. И когда я его вкачаю на максимальный уровень, ну и за что дальше качаться? Вот. Потому что железо как бы дохрена, качаясь я не хочу. Вот. И поэтому хочется узнать, наконец-таки, предел ли это или нет. Так, и вот здесь интересно, есть ящики? Не. Нету ящиков. Нету. А череп этот, я все еще не понимаю, что это. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Какая ты, мать твою, добрая, а? Я бы тебя втащил. Но это все, я покупать не хочу, спасибо. Рад, спасибо. Так, покупка. Нет, смотрите, не меняется. Как там? Кустарный меч. Шанс крит урона 5%. Да мне кажется, у каждого оружия 5%, да? Ну да, там как бы. Во! Давайте прокачаем его еще. Сколько стоит? 150? Окей. Подождите. О! Кованое железо. Я так и знал. Все, то есть 5-й уровень оружия это максимальный. Я вот это хочу прокачать. Все, это тоже уже кованое железо идет. Но это я не хочу. То есть все, пистолет 27.5. Теперь нужно кованое железо. А в броню как? А, бабок нету. Вот как? Можно что-то с этим сделать? Береги себя. Ну, мы прокачали себе оружие. Броню. И... Не, только оружие. Ближнего и дальнего действия. Ну, в принципе, неплохо, я считаю.
Осталось только очков талантов набрать. Так, что у нас появилось? А, у нас этот появился, шприц. Очков талантов набрать. О, кстати. И в дух вкачаться, чтобы у меня больше была скорость перезарядки. Более быстрая. И, конечно же, он так и так будет перезаряжаться быстро. Блин, мне вот интересно. Ну, я буду играть, убивать боссов. А мне будут какие-то фишки с боссов падать? Ну, типа... Дополнительное очко, дополнительный талант. Ну, как я вижу, здесь как минимум еще вот 4, ну, должно быть. Что-то должно быть, да ведь? Так, ну там я уже побегал. То есть здесь непонятно, как с рюкзаком, с материалами. Вот тут 2, 4, 6, 8 материалов и 8 предметов задания, наверное. А здесь у нас еще какой-нибудь артефакт надо найти. Так, снижаем получаемый дальнобойным уроном, повышаем стабильность. Да, все нормально. Вот жалко, что я на оружие ничего не могу накинуть. Но вот давайте вместо лечения посмотрим. А, снижает урон от вражеских атак в ближнем бою на 35. И отражает 150 получаемый урона в ближнем бою урона и сокращает длительность оглушения. Этот эффект будет прекрасен, мне кажется, на боссе. Вот сейчас, да. Ага, и ты еще и не перезарядился. Ну-ка. Так, стоп, а мы же вкачиваем в таланте именно зарядка модификатора плюс 12%. То есть, подожди-ка. Ну, плюс патрончик чистый себе в обойму. Ну, я хожу. Ну, давай, я хочу просто посмотреть, насколько сильно он зарядится за раз. Ну, что заряда не идет модификатора? То есть стоять и афкашить уже не подходит? Серьезно? Подождите, но ХП же заряжалось. Ну-ка, что-то не так идет. Ну ХП заряжалось же, пока мы бегали. Или тут реально что-то не так? И ХП не заряжается. Либо из-за того, что мы у контрольной точки, или из-за того, что вон там босс. Ну, ладно, это мы уже узнаем в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.